данной памятной даты обосновываться необходимостью увековечения памяти воинской доблести и бессмертного великого подвига российских и советских воинов, погибших в боевых действиях на территории нашей страны и за ее пределами, чье имя осталось неизвестным. Практически вся территория Слободки, вот этого района города Гюмри, является одним огромным кладбищем и кладбищем воинским. Поэтому не случайно мы именно здесь возносим память неизвестному солдату. Сегодня на нашем мероприятии присутствовали молодые солдаты, которые только прибыли для службы в 102-й орден Александра Невского военной базе. По прибытию в базу они должны понять, на какое историческое место они прибыли.